Никогда не нанимайте на работу того, на кого бы вы не смогли работать, если бы судьба сложилась иначе. Правильно? Интересное правило. Это не мое, к сожалению. Это правило Цукерберга. Это правило его ближайшего окружения. Запишите себе это правило и рассмотрите его более пристально и более внимательно. Это правило сложения сильной и успешной команды, которая на рынке буквально номер один. Работайте с этим правилом и поделитесь им с друзьями. А еще можете поделитесь своими правилами под этим видео. Расскажите, по каким правилам вы нанимаете свою команду для успешного YouTube-канала. Спасибо за внимание. До свидания.